Так, ну что, здравствуйте, уважаемые леди и джентльмены, господа и гости столицы, с вами опять Сашок. Вот, значит, чего? Новостей море, вот. Новостей море, но по рыбалкам могу сказать так, тихо. Тихо при том настолько, что аж в ушах звенит. А вот за прошедшее время порядка 7-6 рыбалок у меня было. И могу сказать одно, что рыба находится в самоизоляции. Так же, как и мы. Ну, потому что атас полный. Вот на эти там 6-7 рыбалок, там, по-моему, 4-5 окушков. Ну, таких усеньких. На мотеля Беркли. Не берет вообще, ребят. Ничего не берет. Я уже и настоящие приманки пробовал. Ну, тишина абсолютная. Мужики сидят, на основном водоеме, поплавочники, как уже говорил, туда добраться достаточно проблематично нашим правоохранительным органам, поэтому народ немножко отрывается там. Видел поплавочников, там 2-3 уклейки, 2-3 плотвые, не более, не менее. Холодно, перепады температуры аховые, то есть днем плюс 8, ночью до минус 2, ребят, вот так вот. Ветер аховый просто. Я вот позавчера был последний раз на рыбалке, брал с собой микроджик, воблера, вертушки, ну, в надежде, может, щучку зацепить. Ноль вообще. Воблера брал с Алиэкспресс, как работают, мне понравились по открытой воде, я их погонял. Вот этих пузанчиков у меня обзор есть, в ванной я их гонял. Еще кое-что подзаказал на Али. Жду палочку с Алиэкспресс, вот, такая, не знаю, мне, во всяком случае, по описанию показалось очень интересно. Вот, первая такая новость. Вторая новость, ждем Фарио новый, вот этот вот, Fish Season фирмы. Вроде как, мне в моем рыболовном магазине продавец сказал, звонил на фирму, сказали, что в начале мая ждем, должны прийти. Вот, так как границы перекрыты, сейчас все пережато, вот так вот. То есть, ну, понятно, совсем сейчас проблемы. Вторая новость. Третья новость. Те, кто что хочет купить, покупайте. Потому что, по моим личным сведениям, все это продлится. Насколько, никто не знает. В магазины никаких поставок нету. Они распродают то, что они сейчас имеют. Во всяком случае, вот в те магазины, в которые я обращался. Они говорят, у нас вообще скоро голяк будет. Вот, то есть какой-то запас есть, но он кончается. Потому что я вот тут спиннинг себе заказывал. Ребят, я его нашел, ни много ни мало, аж в Мурманске только. Только в Мурманске разбирает народ потихоньку все. Цена потихонечку ползет вверх. Это я вас всех вас предупреждаю. Так что, кто что хочет прикупить, покупайте, пока есть возможность. Насколько это все продлится, никто не знает. Может, там наш вождь скажет, что и все 30-го. Но я так чувствую, что нифига не все. Вот. Этот долбанный коронавирус задолбал уже всех. И пошли очаги вспышки в провинциальных городах. То есть за пределами Москвы. Сушите весла, господа. Еще какая четвертая новость, по-моему, уже. Да? Задумался тут по поводу нановублеров. А тех, у кого спиннинги чуть пожестче, не вот эта вот лапшевидная структура непонятная, а именно такие, все-таки более ближе к среднему строю, нашел я одного человечка, пока ничего говорить не буду. Человек занимается изготовлением воблеров. Пообщался, тема показалась интересной. В общем, короче, согласился что-то попробовать сделать. Даже один образец уже есть, но он под грамм где-то, да, даже 0,9, по-моему, или грамм. Но не то, что вот как простые бочонки, да, как я их называю, а обычно на Алиэкспресс он идет вот так вот, качается, маленькие вот эти. То есть игра-то такая. А этот именно снует, так как должно быть, как бы, более агрессивно. То есть, ну, в общем, тест-драйв, то, что мне скинули в ванной, прошел, мне понравился, как воблер играет. Ну тоже, опять же таки, коронавирус, все вот эти дела, все немножко все заторможенное, пока все в изготовлении. Так, что еще? Пятая новость. Пятая новость приятная. Вот как бы, чему видео и будет посвящено. Небезызвестный, я думаю, все-таки в кругах уже
такой Александр Селютин. Так как мы с ним дружим, Саня, тебе привет от меня огромный, прислал мне свою палочку. Вот. То, что у него уже она давно. Вот, говорит, погоняешь, посмотришь, если понравится, оставишь. Мне понравилось, палочку я оставлю. Саня, тебе огромное спасибо. Значит, что это за инструмент? Это спиннинг. Точная копия, можно сказать, сестра-близнец. Это спиннинг под названием «Сталкер», 1,98 м, с тестом 0,55. Сестра-близнец небезызвестного «Блэк Драгона», 0,55. Настолько они похожи, он, вот я ему отсылал «Блэк Драгон» свой на переделку, да, вот он ручку переделал. Тут ручка была другая, вот. Он говорит, я прям чпок. Хлыст снял от Блэк Драгона, одел дык-дык-дык один в один. Ну, то есть, сестра, блин, то есть, бланки одинаковые, названия просто разные. Я вот этот сталкер найти не мог. Я нашел в одном единственном магазине, там какая-то непонятка с заказами вышла. Короче, я плюнул на все, купил Блэк Драгон и не прогадал. Вот, обзор вы все видели, ему посвящено не одно видео. Вот. Саня купил себе сталкер и переделал его. Переделал он его практически полностью. Ручку он сделал что-то типа наподобие отверточного типа с передней гайкой. Единственное, что гайка тут, конечно, мобутная такая. Ух! Вот. Но Сашка, мальчик не маленький, лапа здоровая, в баскетбол можно играть. Вот. Поэтому ручку он делал под себя. Естественно, я бы сюда гаечку поменьше поставил, чтобы ее вес был по спиннинга, вес спиннинга где-то 80 грамм получилось. Вот. Значит, кольца здесь стоят двухлапые. Кольца он тоже переставлял. Вот. Вершинка солид. Хлыстик. Но, ребят, играет она. Это просто вот. Это вот то, что я понимаю, вот как должна палка играть при мармышинге. При мармышинге и так при всяком нано-джиге. Сейчас я вам постараюсь показать. Вот. Это я вот еле-еле пальчиком стучу. Видите, да? Сейчас попробую поближе хлыстик вам продемонстрировать. Саша сделал сюда три красных специально обмоточки таких поставил, вот они, с тюльпанчиком. В общем, я с ней два раза был на рыбалке. Одна поклевка щуки, подержал 2-3 секунды и тут же срез. Палка гнется в дугу. Окуня мелкого, то, что сливать не будет, это совершенно точно. То есть, видите, да, насколько она качкообразной стала. Надо вам зуд, пожалуйста, зудите. Надо вам покачать, пожалуйста, покачайте. Хотите по одну подергать, пожалуйста, подергайте. В общем, еще раз говорю, кольца двухлапые. Тут были однолапые родные. Он их все перекрутил, переставил. Ну вот. Я кидал, взял, купил я себе леску 006. Не помню производителя, дешевая леска какая-то, там что-то за 50 метров с меня взяли в магазине 160 рублей, что ли. В общем, я две бобины сразу купил на 300 рублей. Такая какая-то там элементарная леска какая-то там. Ну, не важно. И ставил я на нафил, и ставил я вот эту леску. Заброс, ребят, 0,3 грамм, подчеркиваю, без приманки, чистый вес дробинки. Меня впечатлил. Вот. Я к чему все это вам рассказываю? Потому что стали люди ко мне обращаться по ручкам, не по ручкам, а что можно сделать, а как можно с Александром там списаться. Я вот вам сейчас показываю и туго. То есть при нормальных руках, при правильной голове, а что у Сашки присутствует, можно сделать спиннинг. Я вам серьезно скажу, что если такого строя палку и с такой игрой покупать, ну, от 5 до 7 тысяч будет такая палка стоить. Этот же спиннинг, ему лично, да, там обошелся в тысячу с небольшим. Ну, пускай 1500, как раньше стоил Блэк Драгон, да. Плюс
кольца, ручка. То есть затраты минимальные, а сделать можно конфетку. Кому будет интересно, соответственно, я ссылочку мастера оставлю внизу под видео. Вот. Но получилось, я говорю, ребят, просто красота. Она играет так. Хочешь сильнее, пожалуйста, можно расколбасить ее. Надо тебе поменьше, хочешь стуком, хочешь снизу, хочешь... Ну, то есть, в общем, кто посчитает это рекламой, ради бога. Я просто к чему вам говорю, что... Да, еще раз, я об этом уже говорил и скажу еще раз. У кого есть деньги, то и заказывают мотаги, хренаги, всякие там и так далее и тому подобное. Вот, ребят, у кого денег нет, я еще раз говорю, обратите внимание на достаточно дешевый спиннинг, тот же самый Black Dragon. По запчастям, я думаю, можно будет с Александром договориться по материалу, да. Если вы, как бы говорится, ну не бум-бум, вам будет офигенный инструмент для мормушинга. Еще раз говорю, Саша делал под себя, так как за весом он не гонится. Я бы, конечно, и ручку здесь немножко другую сделал, лично по мне, на мой вкус. И быткап бы я здесь вот такой бы крохотулечный сделал, и ручку бы я сюда, может, скелетник поставил. Но по факту, я еще раз говорю, сейчас вот еще раз вам покажу. Вот. По факту, получился очень достойный инструмент с хорошим качем, с хорошей игрой, который можно, не стыдясь, не то что поиграться, а именно ловить рыбу. Вот. Саша разговаривал когда, вот, он мне сказал так с Александром, что он говорит, Саня, говорит, ни одного мелкого окуня спиннинг не слил. Вот. Хотя человек, насколько я знаю, фрикцион особо сильно не ослабляет. И проводки у него все практически пелагические, потому что он живет в Краснодарском крае, там у них тепло. И вот эта трава, муляка, она внизу постоянно присутствует. Он говорит, можно на дно положить, но достаточно проблематично. То есть спиннинг свободно и работает с 0-3 граммами. Я думаю, с 0-2 граммами проблем тоже не будет. Вот. Так что прошу любить и жаловать. Бланк есть, человек его перебрал, переделал под себя так, как ему надо. Вот. Все великолепно, все красиво. Вот. Так что я лично, это, еще раз вам скажу, не профессиональный рудбилдер, но консультации у профессионального рудбилдера имеются. И делает человек по фэншую. Во всяком случае, я знаю еще один человек, это мой подписчик, обращался к нему по поводу тропары, переделывания именно рукояти. У тропары, вы помните, пробка, достаточно массивная, достаточно тяжелая. Мне тропару переделал Сергей Александрович Жучков, это профессиональный рудбилдер. А друг мой Алексей, Леша, тебе тоже привет огромный, обратился к нему, именно к Александру Челютину, переделывать ручку. Он говорит, Саня, я, говорит, просто балдю. Говорит, изумле получилось, говорит, палка заиграла, говорит, в разы, чуйка вообще, говорит, огонь стала. Потому что скелетно-катушка держатель достаточно легкий, достаточно чувствительный к бланку, ближе у вас касается все. Ну, в общем, вот как-то так. Так что еще раз говорю, если кто найдет эту палочку, пожалуйста, сталкер L66, что ли, да, 055. 1,98 м. Вот. И, пожалуйста, еще вот пояснение такое, дам небольшое такое отступление. Многие мне вот, понимаете, Black Dragon кончается где-то там на Али или еще где-то. Мне сыпется вопрос. А вот 1,80 м, а вот 2,10 м, а вот там еще. Ребят, 1,98 м. Это идеальная палка в этом росте, по толщине, по комлю, по хлысту, по всему, тубулярная, которая хорошо играет и хорошо адекватно отрабатывает. Еще раз говорю, 1,98 м. Не 2,10, не 1,80 м. 1,80 м коловат, 2,10 там уже совершенно другой комель, он более толстый и там все по-другому. Еще раз говорю, 1,98 м. Сталкер, то же самое. Я с Александром разговаривал, он говорит, только 1,98 м. Все.
Вот. Ну что, на этом, наверное, все. По новостям я все вам все рассказал. Завтра я постараюсь выбраться на воду. Вот. Не знаю, что будет. Я говорю, у нас из жары в холод, из холода в жару, на солнце раздеваешься. Ветрище вчера было, я говорю, это с ума сойти. Я думал, у нас тут окна повылетают, к чертовой матери. Вот, завтра я постараюсь выбраться на рыбалочку. Есть вам что показать. Предварительно пока что ничего я вам говорить не буду. Могу сказать одно. Это спиннинг Priority Nano Special 1,85 м, 0,3 грамма в тесте. Спиннинг с тубулярной вершинкой. Мне очень понравился. Но так как я уже понял, что на потрях это одно, на воде это другое, так что все высказывания о нем я оставлю до завтра. Вот. Ну что, с вами был Сашок. Подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. Еще раз говорю, ждем нано-воблера, чтобы нам палки не менять особо. Вот такие люденькие. Ждем новый Фарио. Предзаказ у меня сделанный. Опять же таки, там еще одна палка. Непонятно, появится, не появится. Тоже ждем. Ну, в общем, все. С вами был Сашок. Подписывайтесь на мой канал. Увидимся на рыбалке.